Продолжаю рассказывать о стандартных подпрограммах Паскаля. И сегодня расскажу о функции upCase. Функция довольно-таки простая, но тем не менее время от времени приходится использовать, потому что иногда нам надо преобразовать регистр символов. Но об этом чуть позже. Сначала синтаксис. Как видите, есть несколько вариантов. То есть функцию может быть передана строка, например. И в этом случае возвращает функция также строку. Может быть передан символ. И в этом случае функция вернет символ. Ну и кроме того, могут быть разные типы строк переданы также. Функция преобразует либо один символ, либо строку. Если это строка, то все символы в строке будут преобразованы в большие, то есть в символы верхнего регистра. Количество символов в строке при этом не изменяется. Функция возвращает значение такого же типа, что и аргумент, передаваемый в функцию. Ну и давайте сразу на примере я вам покажу, чтобы долго тут не рассусоливать. Вот у нас есть какая-то строка. Сначала мы ее выводим на экран. Как видите, в строке есть как большие, так и маленькие символы. А вот здесь с помощью этой функции, с помощью функции upCase, мы все символы вот этой строки преобразуем в большие. И если мы сейчас эту программу выполним, то вы убедитесь, что так оно на самом деле и есть. Ну, как видите, программа выполнилась, и вот исходная строка, а вот строка после преобразования с помощью функции upCase, как видите, все буквы стали большими. То есть, если буква и так большая, то, соответственно, она и в строке будет после преобразования большая. Если же она была маленькая, то она будет преобразована в большую. В итоге все символы строки будут большими. Ну что ж, на этом все. Как видите, стараюсь не отнимать у вас много времени. Подписывайтесь на канал, не забывайте делиться с друзьями, пишите комментарии. На сегодня прощаюсь. Пока.